Миллиардеры без высшего образования сегодня не редкость. Билл Гейтс, Майкл Делл, Стив Джобс, Марк Цукерберг забросили свои университеты, и не только они. Forbes однажды опубликовал список миллиардеров, которые даже не окончили школу. Среди них Амансио Ортега, состояние 70 миллиардов долларов, Ричард Брэнсон, 5 миллиардов долларов, Кирк Киркорян, 4 миллиарда и другие. Что же является секретом грандиозного успеха, если не образование? Об этом хорошо сказал основатель компании Apple Стив Джобс. Надо уже сегодня быть там, где завтра будут все. И лучше всего это доказывают венчурные проекты. Оказаться уже сегодня там, куда завтра хлынут все, именно это приносит тысячи процентов доходности. Десятки тысяч процентов доходности. Изучая историю создания таких компаний, как Apple, WhatsApp, Amazon, Snapchat, Twitter и других, мы видим огромную прибыль, полученную на вовремя вложенный капитал. И ключевое слово здесь — вовремя. Вовремя вложенный капитал. Инвесторы, которые входят в проект на этапе, когда о проекте почти никто не знает, называются венчурными инвесторами. Они рискуют, да, но и пьют шампанское. Чтобы вы правильно понимали, венчурное финансирование — это очень закрытый рынок. Рынок, куда упорные инвесторы прорываются годами. Рынок с нижним порогом входа в миллионы долларов. Поэтому вам никогда не предлагали получить там прибыль. И уж тем более, над вами бы долго смеялись, начни вы предлагать в венчурный проект свою $1000. Мы нашли ключ к этой системе. Нам удалось обеспечить защищающий инвестора юридический механизм вложения средств в перспективный венчурный проект, в котором можно участвовать уже от 135 евро. Наш проект — это создание нового мессенджера Jam4Me с маркетплейсом. Проект уникальный и перспективный, ведь мы создаем не просто маркетплейс, а торгово-финансовую платформу MarketSpace. MarketSpace — это глобальный маркетплейс. Продавец из любой страны может бесплатно создать свой маркет и начать торговать не только в своем городе, но и в любой стране мира. MarketSpace необыкновенно удобен и для покупателей. Поэтому мы рассчитываем на сотни миллионов пользователей во всем мире. А это значит, мы рассчитываем на многомиллиардную стоимость готового приложения и на высочайшую доходность на акции, купленные сегодня. Для принятия верного инвестиционного решения в любом венчурном проекте обязательно обратите внимание на три момента. Первое. Каков потенциал развития у проекта? Станет ли проект массовым? Да! Наш проект станет массовым, потому что его скачали уже более 10 миллионов пользователей из 163 стран. Второе. На какой стадии находится проект? Только начался, тестируется, завершается? Наш проект развивается с 2016 года и уже завершается. Независимая аудиторская оценка проекта в мае 2019 года — 263 миллиона долларов. Третье. Есть ли уже инвесторы у проекта? Сколько их? У нас уже более 20 тысяч инвесторов из 71 страны мира. В доступе осталось только 50% акций. И, как и положено в венчурном бизнесе, чем ближе проект к завершению, тем дороже будут его акции. Да, сегодня вы уже не станете в нашем проекте самым первым. Но по сравнению с десятками миллионов инвесторов, которые будут сожалеть об упущенных возможностях, когда проект завершится, вы все-таки будете первым. Точнее, сможете успеть оказаться среди первых, если умеете быстро принимать правильные инвестиционные решения. Приложение Jam4Me MarketSpace. Запомните эти слова.